девчонки, сегодня кино не будет, так как дождь и никого нет, кроме туристов. Одни туристы ходят. Я в шоке просто. Я хожу среди них. Но какая славная погода. 1 мая, сегодня 2 мая. А погода такая осенняя. Вообще все поменялось. Даже климат в Италии поменялся. Так, это у нас Лиуджо. Лиуджо. Что за песка? Малия. Топ. Не топ, а свитерок, да, короткий. Как мне нравятся короткие свитера, но это половина хлопок, половина синтетика, по-моему. Посмотрим, сколько стоит. Так, каблуки. Боже, сколько у меня этих таких сандалий есть на каблуках. Блуза, панталоны, борса. Блуза получается 155 евро. Значит, хлопок и синтетика по цене. Это у нас твинсет. Твинсет. Что делают платье ни туда, ни сюда? Платье-кафтан. Не длинное, не короткое, но очень женственное такое. Смотрите, желтое платье женственное. Это вот рукава реглан. Посмотрим, какая цена на это платье светлое. Ой, нету цены. Цены нет. Ой, смотрите, какой хороший этот жакет с шортами. Бабушка с дедушкой улыбаются. Довольные такие в оранжевом зонтике. Под оранжевым зонтиком. Это что, лен, что ли, девчонки? Лен красиво, но почему коричневый цвет на лето? Вот это вот я не пойму. Так, цены убрали почему-то. Ой, как блестят бриллианты. Надо на бриллианты смотреть. В видео они не блестят, а так они блестят, конечно. Когда-то я здесь купила сережки и подарила. А я такая тупая, подарила моей племяннице такие бриллиантики. Три бриллиантика, висюльки, по-казахски чуть-чуть, как висят, да? Ой, если б я знала, что у меня появится Мелисса, я бы ничего не продала бы. Особенно... Ой, не подарила бы и не продала бы. Все желтое золото подарила своей сестре. Ой. Так, Falconeri. Кашмир Тревизо. Кашмир Тревизо. Через 2 месяца начнутся распродажи. В конце июня или 7 июня. Я надеваю шапочку, потому что волосы распушатся, и как кастрюля потом на голове огромная. Луис Эспаньоли. Вообще никого нет. Итальянцы не любят, когда холодно. Может зайти в этот Golden Goose посмотреть, но сперва схожу в Байсата, мне надо в дамскую комнату. Быстрее, быстрее. Еще ни разу не зашла в новый бутик. Так, сегодня, вы смотрите, как осыпались цветы коралловые. Или сходите... Дука до Оста. Не, хочу свежим воздухом дышать. Такого свежайшего воздуха после такого дождя 2 дня. Когда еще будет лучше надышаться кислородом?
Ладно, девчонки, всех салютую. Девчонки, дождь идет. Я накупила на 75 евро Мелисси. Все в розовых тонах. Карамелька розовая, девочка. Припевочка. Платьице такое девчачье. На бретельках сарафан с яблоками розовыми. Розовую куртку джинсовую. И такие как раз были 50% распродажа. Кроссовки Бата. Послушалась Настасью Филипповну, пошла в ОВС. Но сарафан стоит 35 евро, и джинсовая куртка 25 евро стоит, розовая. Такая короткая джинсовая куртка, короче. Выложила в шортс. Но понесу к себе, буду надевать, когда я с ней буду встречаться. Я решила, все, что я теперь буду покупать, сама буду с ней носить, с Мелиссой. А то вообще все, все куда-то исчезает, не знаю куда. Поэтому будем так делать. Не знаю, кроссовки купила 27 размера, у нее же широкие ноги. А вещички купила на 4-5 лет. Ту-ту-ту, потому что она такая рослая девчонка. Выше своих сверстниц. Хотя ей всего 3,5 годика, она, наверное, на 4,5 выглядит. Хорошенькие такие вещички, не выдержала душа поэта. Шопингомания, мания. Хотя я сама себе стараюсь ничего не покупать, но не выдержала, купила Мелиссе. Каждую неделю что-нибудь Мелиссе. Все думала себе купить Констанс Эрмес. Они стоят 5600, по-моему. А все по мелочам деньги уходят. Всем здоровья и добра! А вот в этом бутике такой красивый за 50% распродажа с бабочками. Всего 55 евро. Хороший такой хлопок.